Авернь – это невероятно красивый регион Франции, расположенный в районе центрального горного массива, созданного миллионы лет назад. Горы и потухшие вулканы, озера и реки, окруженные лесами и лугами, на которых пасутся коровы, термальные источники и превосходные пейзажи, замки и старые крепости. Все это сочетается с богатой историей, мягким умеренным климатом и чистейшим воздухом этого прекрасного региона. Авернь – это сельский регион, который славится животноводством и, конечно же, производством сыра. Среди множества сортов здесь делают известные сорта Канталь, Раклет, Сен-Нектер, Фурм-Дамбер, Блё-д'Авернь, Солер и многие-многие другие. Авернь может похвастаться и своей по-деревенски простой и по-домашнему вкусной и сытной кухней. Многие блюда в Аверне готовят с сыром. И сегодня мы приготовим одно из таких блюд, которое называется трюфат по-авернски.